на берегу, получается. У нас мы делали вышку красивую. Ну, это уже взрослая. Вот любимая, это у нас забавы зимние. Ганадок наш любимый. Вот та самая подгорная часть, которая называется. Да. Подгорная часть, дети любят отдыхать. Конечно, так кататься. Вот еще микрорайоны, пожалуйста. Самое любимое место для детей. Кто как видит, где? И самое удивительное. Всего 200 работ мы выбрали. 200 работ. Это и семьи, и дети, и садики, и школьники. То есть вот отрадно то, что вот и семьи принимали участие. И есть любимые уголки. Вот в зависимости от возраста мы видим, как меняется тематика места. Тут мы уже видим микрорайоны, клубы. Лала, лыжная база, пожалуйста, вот предложение. Это плакат, мы уже видим плакаты, призывающих наш город почему кататься на лыжах самого вот такой. Ну, конечно же, наша. Прибыль, вот принимает фотографию, палас сделал своеобразный. А дальше что вы собираетесь делать? Нет, мы отобрали 80 вещь-победителей. На сегодняшний день мы их оцифровываем, разместим на портале у нас. И ну, в дальнейшем, возможно, будет буклет выпущен. Ну и мы будем, конечно, это буклет использовать, да, мы голосовали за такой буклет, мы взяли детский рисунок, то есть мы будем использовать такой продукт.